У многих из нас есть домашние животные, но мало кто знает, что питомцев есть повод поздравить, ведь и у них есть свои праздники. Например, в первый день весны в России отмечается День кошек, а вот международным днем этих животных считается 8 августа. Многие хозяева готовят для своих котиков угощения, но некоторые идут еще дальше. Одни устраивают модные показы или фотосессии, другие открывают парки, гостиницы и кафе для кошек. Есть свой праздник и у собак. Отмечают его 2 июля, и хотя дата и неофициальная, это повод выразить любовь к питомцу. Свой отдельный праздник есть у собак-поводырей. Его отмечают в последнюю среду апреля. Главная цель – обратить внимание общества на четвероногих помощников, которые позволяют незрячим людям вести полноценную и активную жизнь. А вот в 3 субботу августа отмечается День бездомных животных. В этот день зоозащитники призывают общество обратить внимание на тяжелую участь бездомных животных. Во многих странах проводятся встречи и благотворительные акции. Волонтеры собирают корм для бездомных животных. А еще это отличная возможность сходить в приют и найти себе нового друга.